У казахстанского электролизного завода скоро появится еще один отечественный потребитель крылатого металла. До конца года в Павлодаре заработает завод по производству легированного алюминия. Предприятие даст начало зарождению нового кластера. С такими результатами первая ласточка казахстанской цветной металлургии встречает свой юбилей. Коллектив в этом месяце выпустил 2-миллионную тонну продукции. Алюминиевая чушка в среднем весит 20 килограмм. В одной такой пачке их 54 штуки. Общий вес превышает тонну. За смену рабочие выливают чуть более 700 тонн. Сегодня, к десятилетию завода, литейщики подарили своему предприятию 2-миллионную тонну первичного алюминия. Этот исторический момент приближали всем коллективам. В 2007 году, когда запустилась первая очередь, электролизный завод дал стране всего 11 тысяч тонн первичного алюминия. Через 3 года с ввода второй очереди предприятие уже вышло на проектную мощность 250 тысяч тонн. С тех пор показатели почти не снижались. Это у нас очень большой показатель. Мы каждый день мы следим за всем процессом, чтобы у нас вовремя и срок, то количество, которое мы должны дать, мы его выдавали. То есть выполнение плана для нас это прежде всего на первом месте. Это наша цель, заводская цель всех ребят. Это такой труд. Для нас это, можно сказать, праздник. За 10 лет казахстанский электролизный завод потребил свыше 29 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Здесь переработали больше 4 миллионов тонн глинозема. С 2016 года предприятие начало масштабное увеличение доли казахстанского содержания в производстве своей продукции. Сегодня на 90% завод использует отечественное сырье. В этом году стартовал совершенно новый этап в развитии. Предприятие начало расширять поставку продукции именно казахстанскому потребителю. На этот год мы планируем заключить договор на реализацию 19 800 тонн первичного алюминия для того, чтобы из нашего алюминия уже производился продукт следующего передела. Потребителем первичного алюминия станет совместное российско-германское предприятие. Оно строится на территории специальной экономической зоны Павлодар. Завод будет производить различные алюминиевые сплавы. Продукция позволит выпускать алюминиевые профили, автомобильные диски и алюминиевую фольгу. В перспективе предприятие потянет за собой организацию больше десятка мелких производств. Начнется глубокий передел казахстанского алюминия. Ербулабиш, Парад Игликов из Павлодара, Хабар 24.